challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем вапорум. В общем, вот здесь вот я нашел и нашел, где находится у нас замочная скважина. Поэтому теперь-то мы можем туда засунуть ключик, осталось его найти. Так, что нас там ожидает, прям уже не знаю. Какая дичь нас может очередная ждать. Три красных огонька и сундук. Вот и нет. А вот и нет. А вот и да. Забираем. О! Улучшенный протектор, значит. Говнюк ударил таки. Кстати, достаточно больно. Так, чё у нас? Да вы задолбали. Откуда вы там появляетесь? А вот это прям неожиданно. Так, так, тихо. Блин. Нет, тут, конечно, классное место для фарма. Я согласен. Ну, это говна кусок. Иди сюда, дружище. Блин, больно. Вот так вот и бегай, да. Не давай тому другану не испортить жизнь. Да твою ж дивизию, я думал, успею. О, отлично, этого разобрали. Не-не-не. Будем откушиваться. Давай-давай, ты пока летай тут, летай. Ну, промахнулся и похеру. Да какой ж ты жирный-то. Вот. Только последний раз, конечно же, нужно было мне ударить. Да сколько вас? Так, 2272. Они вообще... Мне просто интересно. Опыт-то дают. А то тут, может, за время надо просто что-то успеть сделать. Ну, там типа рычаг нажать. 2272. К
Короче, ясно, они тут бесконечные. И при этом опыт еще не дает. Но на них можно пофармить здоровье. Давление пара. Нужно положить на платформу какое-то сырье, и оно должно быть где-то поблизости. А, и все, да? И стой там. Не помню, из какой-то игры, но что-то такое было, и стой там. Если вы вдруг вспомните, скажите. А то это что-то из такого, что-то очень старого. Так. 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 Оп. И что произошло? Открылась какая-то дверька. Ага, это вот эта дверька открылась. Ну, давайте сменим рычаги тогда. Если что, тут есть, кстати, бесконечные враги, а это значит, мы можем на них хпшечку пофармить. В случае крайней необходимости обострения еврейской крови, когда можно тупо сэкономить. Ты ж, надеюсь, просто здесь закрылся, да? Ну хорошо, давайте сюда теперь. Ни одна падла еще не вылезла, очень странно. Я прям жду, когда кто-нибудь из-за угла с дробовика шмальнет. Это что-то новенькое, не на шипы уже. В этом прикольнее было, конечно. Legend of Grimrock. Там даже надо приходилось падать, чтобы секретики найти или пройти куда-то. Это было здорово. Это я лоханулся знатно. Перезапутался, блин, куда идти-то? О, промазал, дружок. Пирожок. Ну, давай свои патроны. Он, кстати, меня мог пнуть, и я, в принципе, улетел бы прям с обрыва. Опаньки. И кто ж там такой ходит? Твою мать. Ясно, тут прям очень все. Все очень не очень. Так. Ладно, давай заберем. Давай, ползи сюда. А я сюда. А я сюда.
Вот говнюк. А он хитрый. Ну зачем ты сделал? Я ж раньше отпустил. Зачем ты лишний шаг сделал? Ладно, рано или поздно ему надоест туда-сюда летать. Я надеюсь. Ну, от электрошока сдох. Ну, совсем дурачок. Так. Это ловушка, да? И она никак не ломается. Понял, все. Так, тут только вот такое, хорошо. Огненная турель, новый враг. Доступен, блин. Опять же, я бы лучше понадеялся, что он будет недоступен. Так, пока никого не видно. Видно там фаерболы какие-то, это не столь... Это что было? Это было странно. Она сошла с ума. О боже, Лара испытывает свое новое устройство. Телепорт на живых существах, на нас. Она говорит о слиянии реальности, о проходе через врата, про общение с источником. Да она просто спятила. Я собрал достаточно доказательств, чтобы доказать ее виновность в тяжких преступлениях. Доказательств, чтобы доказать. Но кому мне обратиться? А тем более сейчас, когда старший офицер Райка нет на станции. Возможно, эта ведьма все равно найдет способ заткнуть мне рот. Моя последняя надежда – это дурачок Джеймс Кролл. Кажется, даже ему надоели безумные выходки Лары. Наконец-то. Так, отлично. Тут что-то вкусное, возможно. Цельность 2... Цельность 40. Цельность 20, цельность 10. Но тут зато еще и сопротивляемость. Аж 10%. Может быть, стоит их отставить. Механика. Притом почему-то механика, хотя ничего механического он не дают. Так, тут у нас коробка. И оно типа соединяется вот с этой частью. А, это я обошел, все понял. Думаю, что-то как-то мы соединились, при этом как-то не соединились. Так, а тут тогда что? Так, ничего не могу сделать. А с этой? С этой не могу. А вот эту могу двигать. Вот эту не могу.
Так, и зачем? Возможно, перекрыть вот тут вот. Но опять же, а зачем? Опять же, тут вон вода натекла. Может быть, где-то секретка тут. Непонятно где. Не, нету никаких кнопочек, ничего. Возможно, там где-то дальше нужно. А вот и кнопка, кстати. А в чем прикол? Ух ты! Стабилизатор прицела. Это вот эта шняга, да? Давай. Не то, чтобы она мне сильно нужна. Так, это улучшенный, это базовый. Сюда. Усилитель сервомотора. Сюда. Полный набор. Так, а что он там нам дает там теперь? На 40% больше. Жаль, я еще не могу одно очко сюда запихнуть. Так. Это же место или не это? Это все. Так, если потащу сюда этот, то толку тоже не будет. Но тут прям напрашивается, что тут какая-то секретка есть. Тут и булькает он что-то. Очень странно. Ну давай. Пусть он шурнет, посмотрим, что будет. В этом вся и фишка была. Что-то как-то скучненько. И даже новая пачка врагов каких-нибудь не выскочила. Ты что, проход вниз? На новый этаж? Уже? Слишком быстро. Так, ну там какой-то сплав нужен. Нужно было шестеренку зачем-то. Вот сюда бы, блин, это запихнуть. Может быть, я найду здесь где-нибудь ненужную эту. Видимо, нет. Во-первых, вот здесь мы что-то не дообыскивали, да? Потому что не поняли, что делать. Может быть, что-то мы там перекрыли, вот здесь вот все сделали, и что там поменялось. Не успел. Все вместе его прям разнесло знатно. И все. Опять же, ни сюда, ни туда. Смогу ли я кинуть наискось? Вряд ли. Ну тут же типа как-то можно положить что-либо. Но как?
95 кинул, да, наискось, то я бы, в принципе, теоретически мог бы это сделать. Но она, он, герой наш, это не умеет делать. Угу. Вот тут вот это непонятное место, да, потом. Вот здесь вот, да, вот. Тут же я ящиком. Ящик закрыл. Тоже не совсем понятно. А, вообще вот, либо вот тут вот где-то, либо вот здесь, скорее всего, нужно притащить вторую шестеренку. И тогда вот эта дверь откроется, наверное. Но если тут будет блок, я его тогда не буду еще двигать. Давайте попробуем эту шестереночку, которая тут есть. I need to put some raw material onto the platform. There's gotta be something around here somewhere. А, это шаблон. Все, понял. Это значит, мне нужно кусок какой-то железа найти или типа того. Хм. Но у меня нету ничего такого типа квестового предмета или типа того. Но он прям говорит, что где-то неподалеку. Давление пара. Где-то тут что-то должно быть. Но это не у этого чепушилы летающего, правильно? В общем, что-то походил, посмотрел. Давайте пойдем на следующий уровень, и там уже, ну, посмотрим. Еще вот здесь вот есть сундук, и я что-то пока так и не понял, как его достать. Я что-то походил, поискал секреты в стенах. Ну, что-то как-то... Хрен знает, как они могут здесь выглядеть. Посмотрим следующий этаж. Может быть, там и для шестеренки что-то. И прочее, прочее. Так, а здесь у нас только вот это, да? Так, прямо-прямо сюда. Опять же, там подача пара была неработающая, поэтому точка кипения. Поэтому, возможно, нужно активировать вначале что-то. Опять же, мы спустились, а не поднялись, так что... Так что да. Мы пока идем типа не по сюжету. Ах ты ж, бляха-муха. А кто меня тогда шваркнул-то? Так, нехорошо. Да блин, уходи уже из-под огня. Так, ну ладно, плюс-минус.
секунду. Так, возвращаемся. Во-первых, откуда они вышли? Это отсюда? В частности, именно этот таракан. То есть ты просто тут сидел, типа, да, и даже ничего вкусного не положил. Ничего полезного. А вот ты пришел отсюда. А, ну в принципе ты тут тоже сидел, да, где-то в заточении. Опаньки. Генератор усиленного купольного поля. То тоже в топку. Джейм, я опасаюсь за свою жизнь. Она только что вызвала меня в камеру телепортации. Да, у нас с тобой были разногласия, но, пожалуйста, возьми все доказательства и стань на борьбу с ней. Ты спрятала их в нашем тайнике. Возглавь наступление. Теперь только ты сможешь это сделать. Прости, наверное, больше мы не увидимся. Ну, такие дела. Ну так не иди просто, чё? В чём дело? Бойлер. Так, ну во-первых, да. Ща. Ещё бы ты показывал, какой у тебя сейчас ущерб. А вот здесь вот там можно 129. Неплохо. Говнюк. Да блин, успел таки. Блин, я хотел последним добить вот этим, но он... Сдох раньше. Ладно, у нас там бесконечные леталки есть, если что, их забьем. Но мне кажется, где-то здесь еще какой-нибудь кислотник будет. Странно, я ожидал здесь паука. Но он был бы здесь очень в тему. Маленький мерзкий паук. Так, вот пар какой-то тут. Очень мощный пар, при том. Даже экзокостюм не спасает. Так, только на себя. Ладно, запомним. Вытащить, видимо, надо перекрыть. Пойдем посмотрим пока другие пути. Ну, хуже эти двери без ключей. Кислотик, наверное, вот за вот этой штукой будет. Нет? Это невозможно, быть такого не может. Давайте. Ты что, тут чисто зависал, что ли? Серьезно? Да быть такого не может. Так. Он здесь не вытолкнет его. Технически я кого-нибудь могу из здесь местных
позвать с собой, быстро вытащить. Ящик, и тогда его паром убьет. Утром я калибровал дрона-сварщика с новой фумиевой батареей, которую прислали из лаборатории. Я немного поработал с механизмами и сумел повысить КПД примерно на 40%. Это отличный результат, но, к сожалению, дрон довел себя непредсказуемо и даже коварно. А днем он даже напал на меня. К счастью, мне удалось вовремя выключить проклятую машину. Очень рекомендую устанавливать новые батареи на дронов, которые работают на этом этаже. Я буду ждать распоряжения от начальства. Бумажка и два этих самых патрона, блин. Это несерьезно. Воу! Опа! Серьезно, как ты попасть умудрился? Так, тут дверь, тут. А тут ничего нету, прям странно даже. Не, кислотника не будет, они сюда сразу этого решили. Иди сюда. Так, ты раньше рассыпался, чем я смог на тебе пофармить КПшки. Так, ты же что-нибудь там с него поимел, нет? Блин, они бесполезны. А кислота? И так бесполезно, так бесполезно. Ладно. Двадцать восемь, 33. Что там постоянно бьет, блин, в стекло? Так, это прицел. Мне вот этот нужен. Какой ты жирный. Так, ладно, на этом, думаю, мы сегодня закончим. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами Алекс Рага. Всем пока.